15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата введена в знак памяти соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях за пределами нашей страны. В станице Северской в траурно-торжественном мероприятии приняли участие родственники погибших, ветераны войны, представители органов власти и общественных организаций. Страшное слово «война». Особенно это страшно, когда погибают ребята в мирное время, защищая тех, кто остался дома, мирных жителей, чтобы всегда на земле было благополучие, мир, голубое небо, чтобы всегда светило яркое солнце. Пока жива наша память, живы мы. Мы всегда будем помнить, это наша обязанность, обязанность от тех, кто сложил свои головы, об их подвиге, о войнах, которые подарили сегодня мирную жизнь. Светлая им память. А вам, дорогие родители, здоровья. И знайте, мы всегда будем помнить об их подвиге. Это в наших сердцах навсегда. Всем мира и благополучия. От имени родителей солдат, погибших в локальных войнах, к участникам мероприятия обратилась Надежда Обух. Я одна из тысячи семей. Матерей, у которых погиб сын на войне в мирное время. Я от имени родителей говорю слова благодарности всем вам, кто пришел сегодня почтить память погибших. Вам, Адам Шахметович, нашему главе района, вам, администрации района, вам, главам станиц, всем службам, всем вам, кто оказывает помощь и поддержку нашим семьям, нести этот тяжелый, но святой крест. Сегодня мы чтим память погибших и отдаем дань тем, кто с честью исполнил свой воинский долг перед Родиной. Вечная память погибшим. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.